Пикирующий бомбардировщик Ю-87 «Штука» был обнаружен недалеко от хорватского острова Жирье. Среди всех боевых немецких самолетов периода Второй мировой войны самым известным стал «Юнкерс Ю-87», который является символом Блицкрига и во многих странах мира все еще ассоциируется со словом «агрессия». Данный самолет снискал себе печальную известность в небе Испании и Польши, во Франции и Англии, на Балканах и Советском Союзе. Ю-87 — это с виду неказистый, угловатый пикировщик, стал по сути самым узнаваемым самолетом Люфтваффе. За его неубирающиеся шасси советские солдаты прозвали его лаптежником или лапотником. Найденный корпус самолета находится в удивительно хорошем состоянии после всех этих лет под относительно теплыми водами Адриатики. И он стоит на колесах на морском дне. В музеях Чикаго и Лондона есть только два из этих существующих самолетов из 5709 построенных. Находка была сделана случайно, благодаря информации от местного сообщества рыбаков.